Каждое первое воскресенье августа в Казахстане отмечается День работников транспорта и связи, проще говоря, День железнодорожника. Представители профсоюзной организации работников железной дороги Бурлинского района во главе с председателем Амангильдой Боймухановым прибыли на железнодорожный вокзал поздравить действующих работников с наступающим праздником. Уважаемые железнодорожники, поздравляю с наступающим профессиональным праздником, желаю здоровья, мирного неба, спокойствия в стране. В преддверии праздника мы прибыли поздравить работников. Отдельно поздравляем работников, отработавших в сфере транспорта и связи более 35 лет. Мои помощники, с которыми я прибыл, молодые специалисты, несмотря на свои личные дела и работу, всегда поддерживают наши идеи и помогают нашим пенсионерам. Члены профсоюза также поздравили Дарику Султантемирову, которая проработала в этой сфере почти 40 лет. В 1981 году Дарига Галимжановна поступила в Актюбинский техникум железнодорожного транспорта. В 1985 году, после его окончания, ее направили работать на станцию «Казахстан». С тех пор и трудилась в организации «Уральская дистанция гражданских сооружений». После ликвидации Уральской дистанции гражданских сооружений в 1998 году работаю на железнодорожном вокзале диктором справочного вокзала. Благодарна своим наставникам Шкоде Василию Петровичу, Поздееву Анне Патине, Даулетову Гульзии Ахмадиевне, Черкасовой Раисе Григорьевне. Всех железнодорожников поздравляю с профессиональным праздником. Желаю всем здоровья, больших хороших благ. В Актюбинском отделении магистральных сетей числится 7 человек, 6 дежурных и начальник вокзала. Наша задача в работе – это обслуживание пассажиров, объявление о прибытии, отправление поездов, выдаем справки, приличное обращение пассажира. В преддверии нашего профессионального праздника хочется пожелать нашим работникам, самое главное, здоровья, долголетия, чтобы всегда у нас были хорошие пассажиры. Ну и всего самого наилучшего. В Бурлинском районе 57 пенсионеров сферы железнодорожного транспорта. 22 из них – участники тыла. Члены профсоюза работников станции «Казахстан» всегда уделяют внимание своим ветеранам. Помощь оказывается всесторонняя. Тем, кто живет в отдаленных населенных пунктах, закупаются продукты питания и отвозятся. Одиноким пенсионерам зимой помогают чистить снег. Ветеранов систематически посещают и поздравляют с праздничными датами. Тем, кому это необходимо, приобретаются лекарственные препараты. Майя Амирова, Анаргуль Кушербаева, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».